Ну, если искусство — это преступление. Вот черт. Думай, Делсин, думай. Собрание в длинном доме. Проберусь туда, потусуюсь, и будет мне алиби. Да я просто гений преступного мира. Ну да. Гениально. Офигенно, блин. Эй, кто здесь? Да я это, Бетти. Да уберите вы степлер, ну серьезно. Ты что тут бродишь? В длинном доме же сейчас собрание. Ну, у меня сегодня что-то настроение не тусовочное. А вы потрясно смотритесь, просто блеск, правда. Что ты там делал на крыше, а? Да ничего, просто... Опять хулиганил? Открывай, я знаю, что ты там. А ну выходи. Сейчас я позвоню Бетти, она через 5 минут будет здесь с ключами. Допрыгался парень. Ну ладно, Бетти, вы что, меня сдадите? У меня нет выбора. Он же коп. Через 5 минут буду здесь с ключами. И если тебя застану... Спасибо, Бетти. Но это в последний раз. Пойду в кабинет. Чувствую, мне сейчас позвонят. Ему что, заняться больше нечем? Привет, свобода! Теперь самое легкое. Пойти в длинный дом и обеспечить алиби. Да уйдите вы! Фу, чайка нагадила! Уже полпути. Сколько ж мне тогда лет было? Кыш, кыш! Кыш отсюда! Чуть не упал. Не смотри вниз, не смотри, не смотри! Пока все идет по плану. Привет. А я тут тебя уже обыскался. Ну что, может, зайдем? Да что ты? Ты хоть представляешь, какой это позор арестовывать собственного брата снова и снова и снова? А ты перестань его арестовывать снова и снова и снова и снова! Думаешь, это смешно? Нет, ты я не думаю. Ты такой след хочешь оставить в мире? Так ты чтишь память родителей? Актами вандализма? Слушай, в мире полно всякой реально стрёмной фигни, и пока я тут развиваю свой талант... Развиваю свой талант? Ты хоть вот слышишь, почему что ты несёшь? Почему ты всегда такой, Реджи? Ну давай, чего объясни! Ты до меня докопался? От какой реально стрёмной фигни? Я бы тебе объяснил, если бы ты меня послушал! Нет, правда, я-то не в курсе! Реджи! Что? Смотри. Я догоню тех твоих, а ты не подходи, сейчас рванет!
Не подходить, машина взорвется! Понял! Есть тут кто? Мне нужна помощь! Реджи! Тут помощь нужна! Что тут забыли военные? Охренеть, а! Спасибо. Уж думал, подохну там. Нормально? О, коп! Эй, отпусти! Отпусти его и держи руки на виду, ты понял? Я никого не трону. Мне надо текать, пока ее нет. Я сказал, пусти его, или я стреляю. Рэдж. Господи! Говорю же, я никого не трону! Рэдж? Что за хрень здесь творится? Рэдж! Где Реджи? Это что такое? Я не... Что за фигня? Что происходит со мной? Боже мой, нет! Хватит, хватит, хватит! Да что это со мной? Что это со мной? Охренеть! Охренеть! Я больше не хочу! Редж! Редж, ты мне очень нужен! Да что ж такое? Реджи! Я сказал лечь! Предупреждаю! Нет! Реджи! Редж, ты живой? Делс, что это было? Я тебя вытащу! Ты же... Я тебя вытащу! Да, да, ладно! Помогай мне толкать! Господи! Нет, нет, нет! Я ничего не могу с этим сделать, Реджи! Я ничего тихо, не могу! Тихо, спокойно! Дыши носом! Дыши! Ничего, ничего. Я один из них. Нет, даже не думай. Нет. Нет, ты мой брат. Слышишь? Ты мой брат. Да. А это все пройдет. Я обещаю, мы тебя вылечим. Ты меня понял? Ты понял меня? Да. Нам надо да. бежать. Поймать этого биотеррориста, пока он не добрался до наших. Понял? Да. Держись. Ты мне нужен. Ладно. Ну что? Ладно. Давай. Порядок? Да. Идем. Только обещай, что обойдешься без трюков, ладно? Я бы до тебя даже добраться не смог, если бы не... Обещай, что этого больше не будет. Ладно, ладно. И не думай, что с тобой произошло что-то хорошее. Нет, наоборот. Шериф, мы не можем войти! Кнопку заело! Бетти все еще там. Обалдеть, замок расплавился. Заперто. А он-то как пролез. А он просочился. Как это? Сейчас покажу. Делсин тоже биотеррорист. Нет, он не... Ну вот, когда об этом узнает... Вентиляция? Понятно. Плохо дело. Ух ты! И даже не больно? Бетти! Вы где, Бетти?
должно сработать. Пусть это будет сюрпризом. Бетти, я рядом! Уходите, бабуля! Не подходи ко мне! Да я помочь вам Нет, хочу! Не приближайся! Стой! Стой! Делсин! Я просто хотел внимание отвлечь! Я ж не знал, что тут люди! Что ты со мной сделал? Ты проводник? Бетти, я потом все объясню. Уходите отсюда, ладно? А? Ну, я валю! Нет уж, верни все как было! Я полжизни провел за решеткой. Ничего, мне сбежать, расплюнуть. Главное дождаться счастливого случая. А когда пришла сила, меня вообще стало не поймать. Только Дес до меня добрался. Да, для нашего брата у них особая тюрьма. Они придумали, как нас повязать, чтобы мы силу применить не могли. Но зато им пришлось самим кормить нас, мыть, даже задницы нам подтирать. Нет, так жить нельзя. Нельзя. А еще там была эта рыжая курва, фанатка иголок и скальпелей. Говорила, что ставит на мне опыты, садюга. Но кто мотает не первый срок, тот знает кое-какие трюки. Нужно только потерпеть. Рано или поздно они облажаются. Кто-то недосмотрит, кто-то сболтнет лишнего. И когда эта стерва нас троих посадила в фургон, я понял, вот он, мой счастливый случай. Ты как это? В башку ко мне залез? Я ничего не делал. Ты видел, да? Видел тюрьму, Дес? Попадешься, тебя туда упекут. Эй, стой, стой, стой! Я не собираюсь, стой, стой! Уйди ты, пацан! Отвяжись! Черт. Нет уж, я не отвяжусь. Верни! Все как было! Слышь, парень, я не в курсах, но, похоже, тебе пора текать! Почему? Ты же проводник, биотеррорист! Теперь твой девиз «Спасайся, кто может!» Лично я смываюсь! И хрен ты меня остановишь! Я не отвяжусь! Верни все как было! Да ничего уже не вернешь! Тогда покажи мне, как этим управлять! Нету времени! Сюда едет Дес, и она знает, где меня искать! Этот пожар отвлечет их маленько, на пару минут. Я сваливаю. Не хочу загреметь в Кердан-Кей. Я не боюсь. Они гонятся за тобой, а не за мной. Сынок, тебя видели, тебя здесь знают. Она умеет развязывать языки. Удачи, пацан. Ну нет. Не хватало тут сдохнуть среди селедок. Слушай, отпусти меня. Просто дай мне уйти. Никто об этом никогда не узнает. Ну подожди, постой! Давай пога... Эх ты, Хэнк. Как же ты меня разочаровал. Ну, все вроде путем, да? Я этого проводника выманил, а вы его сцапали. Вы все молодцы, ребята, молодцы, да. Биотеррориста. Хэнк Дотри. Биотеррорист. Проводниками. Их обычно называют только такие же, как они, предатели. Ты ведь не предатель? Правда? Ну, вроде как нет. Ты нервничаешь? Нет, вовсе нет. Обычно люди нервничают по одной из двух причин. Либо они трусы,
либо им есть что скрывать. А может, я нервничаю при виде красоток, а? Ты был с этим биотеррористом один на один. Он с тобой ничем не делился? То есть... Он что-нибудь рассказывал? Может, поделился какими-нибудь теориями заговора? Нет, он ничем не делился. Я рада. Рада это слышать. Видишь ли, мы ведем с биотеррористами бой. Не на жизнь, а на смерть. И моя задача любой ценой добиться победы. Но забавно выходит. Вы же сама биотеррорист, так? Да, правда. Говорят, клин клином вышибают. И теперь мне ясно, что ты не трус. А значит, все-таки что-то скрываешь. Что? Что вы делаете? Так нельзя! Рехнулись, у меня есть права! А я уполномочена игнорировать права граждан в случае необходимости. Вот, например, как сейчас. Спрашиваю еще раз. Что произошло? Я вам уже сказал, ничего. Говорят, это больно. Эй, может быть, я подскажу? Нет, Бетти, нет, не надо! Да ладно. Будешь молчать. Что ж, раз ты не хочешь со мной разговаривать, я поболтаю с этой милой старушкой. Только учти, бетон дурно влияет на старые кости. А если с ней не выйдет, я найду еще кого-нибудь. И еще, пока не узнаю правду. Ну, скажешь мне что-нибудь? Или лучше обратиться к твоим друзьям? Я проводник. Что? Я сказал, что я проводник. Ясно? Только что заразился от этого парня. Заразился? Очень смешно. Ну, Бетти, может, вы мне честно ответите? Да, говорят, это больно.